Приветствую. Меня зовут Игорь, я администратор группы «Объединяемся в Израиле». Хотелось бы поблагодарить всех, кто сегодня пришел сюда, в Нетанию. Это знаменательный день, чтобы почтить память наших предков. Ведь если бы не их победа, то и не было бы нашего любимого государства Израиль. У многих из нас есть родственники, которые воевали за нашу свободу. Так что мы должны помнить о подвигах наших дедов. Победы. Так, покажу вот такие вот крылья. Здесь есть флаги всех стран, которые воевали в Великую Отечественную войну. А конгресса вот. Вот такая вот андарта. В честь победы. 1945 году. Великой Отечественной войны. Сотрудничестве с правительством Израиля и муниципалитетом города Нетании. Мемориал создан по проекту народного художника России Салавата Щербакова при участии авторской группы в составе Василия Перфильева и Михаила Народецкого. Главный архитектор Габи Тетро. Художественное исполнение Хэн Винклен. Вот такой вот мемориал. Красивый. Сделали. Честь Великой Победы. С Днём Победы! Ура, ура, ура!